Детский городок «Юные якутяне». Концепцию развития этого проекта обсудила коллегия Министерства образования и науки Якутии. Центр занимается разработкой данного проекта, который подразумевает под собой образовательный комплекс «Детский технопарк». Основными направлениями детского городка станут кванториум и junior skills, а также технические виды спорта и бизнес-проекты для всех детей республики. Стоит отметить, что проект разрабатывается в соответствии с указом главы республики Егора Борисова о создании системы детских технопарков. И мы должны им помогать упаковывать все это в таком виде, чтобы они уже по окончании школы, по сути, имели готовые такие проекты для реализации. И мы предполагаем, что таким образом, в соответствии со стратегией социально-экономического развития республики до 2030 года, мы тоже будем вносить свой вклад в изменение структуры экономики, чтобы было больше подготовленных кадров республики.